Абсолютное счастье и ликование на трибунах. В такой пролетарской трудовой манере классически справедливо, потому что, поведя в счете, Ливерпуль, в принципе, им прохладно, если говорить о желании играть. Миньоле тоже в этом эпизоде наошибался. И как часто бывает в подобных моментах такой коллективный паралич всей обороны. Очень многие по мячу играли, да практически все футболисты Ливерпуля, не обращая внимания на соперников. И Яким Фенвак, оказавшийся наиболее на лишнюю нацеленность, не подпустить. Вот и все. Джерард и Хендерсон у мяча. Внушительная группа игроков в стенке. Джерард. Комфортно понимаю, что обречен на такое внимание до конца. И вот эта улыбка, нисходящая с его лица, так была ему не свойственна.